Всем привет-привет, с вами Олег Блэк, и мы продолжаем проходить метроху. Погнали! Так, ой, это мы уже теперь слышали и видели. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там... Ну ладно, послушаем еще. Я должен был рискнуть. Давай, рискнем. Что такое? Это я. Готов. Готовчик. Ну, здорово. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Так, я тебя слушаю. Придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Ну, окей. А, вот, возьми. Ну, капец, а я ее купил. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Хорошо, давай. Так, тут есть патроны вообще? А то у меня вообще их нет. Не, ну вот уже теперь есть. Так. Так, ну погнали. Куда нам? Ням-ням-ням. Туда. И что? Ой. Интересная вещь. Как семья? По папе скучаю. Так. Ну что? Где эти? Я их уже месяц не видел. Что? Блять. Никого. Крыса, наверное. Что происходит? Тут нет никого. Все спокойно? Что? Ну да. Все хорошо. Показалось. Все. Уйди обратно. Да, блять. Ну идет сюда, мудак. Ну тихо, не получилось. Сори. Готовы. Выключи, блядь, свой фонарь. Блядь! Вот я уёбок, конечно. Пиздец. Ну ладно, со второго раза, может, получится. Ой, еще раз разговаривать будем. А что так долго? Все, мы это слышали уже. Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Ок, все понял. В темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Так, противогаз снял. Давай. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Окей. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их месяц не видел. Черт, это же град... Так, что я там достал? Это дробаш. Черт, они на сгасях! Пусть это говно уже провисит. Готовься! О, он залагал. О боже. Так, ну что? А кто еще тут? Блять, как вам залезть в ваш сарай? Тут это не все, я так понимаю. Они по-любому где-то ныкаются. Так, тихо-тихо. Идем дальше. Сейчас там где-нибудь, я знаю, заныкался, небось. Никого. Ну мне ж сюда. Ага. А, они типа тут никто ничего не слышал, да? Интересно. Очень интересно. Так. И где кто? Их тут... Тихо. Б...
Блять, заебали вы со своими банками. Лучше б сдали. Да, да, да. Так, ну я так понимаю, я тут тихо не пройду, потому что они... Наверное, да. Так. Вроде ничего нет. Так, тут лежит у нас что-то интересное. Где эта свинья тут ходит? Заряжай. Кого заряжать, блядь? Никого. Крыса, наверное. Будьте наготове. Слева! Вот суки, а? Сейчас будем ломать их. Руки! Ну давай. Где ты? Забегали, забегали. Ну давай, где вы? А, ну они внизу там носятся, гандоны. Ой. Употребил маслину. Так, где еще? Где еще? Умер. Так, где-то еще? Ёбища какие, а? Господи, тут в этих туннелях запутаешься. Хавай, свинец, гнида. Ты показался бы хотя бы. Мы тут поймали одного. Тупой баран. По стенке размажу. Хотя бы показался бы. Ой, там сколько ништяков лежит внизу. Не, ну тут по-любому надо их положить, чтобы ништяки собрать. Вижу. Где ты, сука? Черт, они нас гасят. Все? Не, где-то тут бегает. Ага. Умри. Упал. Отжался. Так. Все? Вроде да. Блять. О, давайте все сюда. Это мое. Не зря ж я вас тут гасил. Так смачно. Так, блутаем вас. Угу. Так, мне туда, я так понимаю. Да, туда. Так, ну погнали. Тёма. Никого. Крыса, наверное. Ага. А где ты? Твою мать. Покажись. Крыса. Не видно этих крыс. Они там где-то ныкаются. А чё я туплю? Надо ПМВ одеть. О, отлично. Теперь все видно. Иди сюда. По одному. Давайте, гандоны. О, о. Закукарекал. Чёрт, они нас гасят. Да где ты? Ах ты, сука. Ну смотри, сейчас ты у меня покуришь. На. Давай, давай. На. Ой, блядь.
Чуть сам себя не уебал. Лицом вниз. Так, а тут... Господи, запутался в этих... Так, сейчас я вас... Еще есть? Крысы полосатые. Где ты? Ой, что-то там пукнуло у него. Взорвался мудень. Фух, как же стрёмно-то. Так. Идем, идем. Так, что у вас тут есть? У тебя ничего нет. У тебя патрошки есть. Так, что у нас там вообще по оружию? Так, ага. Вот, ого, у меня патронов. Я прям богатый. Так, куда мне? Не туда иду, но сейчас тут зайду. Хотя зачем мне сюда? Что тут я ищу? Оу, в сортире. Так, ладно, погнали дальше. То что-то мне подсказывает, вот прям интуиция, что мне сюда. Так. Не рел сюда? Ну да. Ну. Ой, ой-ой-ой. Дышать нечем. Куда я попал? Или мне не сюда? Так, не, вроде сюда. Так, а это что такое? Тут меня не убьет? Ладно, не проверишь, не узнаешь. Тише ты так. Дышит так страшно. О, это уже сработало на кого-то. Ага. Сейчас вот это говно сразу сниму. Хорошо, что я его увидел. А то бы сейчас получил по тыкве. Так, оп. О, блин, да оп. Охоба. Так, больше нет. Блин, фонарик разрядился. Да, сел. Давай, заряжай. Заряжай, 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 заряжай. Господи, как долго. Так, ну что, идем дальше. Так, что тут меня встретят? Так. О, Гудини какой-то там гудит. Напугал меня. Так. Что тут? Теперь чудо-юды будут. Ага, трупак. Так, натяжек тут всяких. Что так страшно-то, а? Страшно одному. Ой, господи. Ой, а тут нет растяжек, блин. Я постоянно про них забываю. Ага. Я думал, это растяжка, это просто... Не, все нормально. Кто-то похрюкивает. Так, вроде пока тишина. Подозрительно, тихо. Надо противогаз снять. Опять забыл. Господи. Ой, идем. Идем, идем. О, здорово, братишка. Да. Залезай сюда и передохни. Ну давай. Прыгаем. Твою тачку. Скоро мы будем в полисе. Слава богу. Это хорошо. Отличные новости. Мы едем в полис. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Это сон. Ему снится. Страх. Что это? Мы умрем. Ужас. Это конец. Куда идти? Я так понимаю, вот сюда. Или нет? Даже если осец мать ненавидит и бьют чадо своих, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Где что происходит? Темная комната. Господи. Взорвалось. Беги, Артем, беги! Куда? Куда? Куда бежать-то? А, это черный. О-о-о-о. Не успел. Ты не можешь спрятаться от будущего.
И что мне с этим делать? Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Поехали дальше. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Шо назовитесь! Надо? Ми фашистен приехать захватить ваш станция! Ульман, ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Спасибо, ребята. О, как у них тут у всех ночное видение там. Все по топчику. Вот это уже не те соплюшки, с которыми я воевал. Можно фонарик-то? Нет, фонарик недоступен. Ладно, едем. Полис. Красивенько, достаточно выглядит так, цивильненько, приятно. Жизнь тут идет. Все тут отлично. Что-то противогаз не снимаешь, тут уже можно дышать. Что-то там режет, пилит. Все, что, приехал? Приехали мы. Да. Так, ну... Я за вами, сэр. Вот это скорость. Здорово. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан... Да, я не умею говорить. Сори. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ну, спасибо, братан. Ладно, переодевайся. Вот одежда. Где? Вы можете оставить свою амуницию тут. Ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Окей, да, спасибо, бро. Не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Здорово. Идиот. Так, ну что мне делать? Отыскать Мельника. Полис. Так, ладно. Шо у тебя тут есть? Купить. Лучший курс на станции. Продать. Так. Сколько у меня этих стрел? 21. Загадка. Продадим тогда их. Что? Этого калибра у тебя нет. Все, я понял. Так, этих у меня много. Этих у меня тоже достаточно. Эти... Тоже продам, в принципе. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Так, этих куплю. Вот так хватит. Вот так. Спасибо. Оружие, наркотики. А что у тебя есть? Сравни свою пукалку. Калаш 2012. Оружие штурмовика. Высокая скорострельность в сочетании с отличным контролем отдачи. Мечта любого вояки. Отдай старую пушку, и новая будет стоить всего 51 пулька. 51 пульку. А старый свой агрегат можешь отдать. Убойник со штыком. О, да, просто штык и все, уже мой дробаш говно, конечно. Лучшее лекарство от головной боли. Динамит и ёж. Хороший рабочий инструмент. Одну аптечку, пожалуйста. Вчера... Видел бы ты его в действии. Так, вчера купить сносит. Калаш или не покупать калаш? Высокая... Так... Мы тут последняя работа ну, Калашникова. Возьму Калашников. Ручная. Давай. Опять. В смысле, руку. Так, отдавай свою старую пушку. Так, все, я купил, выбор. Я так понимаю, наконец-то да? Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Да, я уже купил, спасибо. Так, аптечки, а у тебя? Аптечки, фильтры, так, ножи, все? Набор туриста. Подожди, а где у тебя это фильтры? Именно так. Вот мы... Да у тебя... То у него фильтров нет. Ладно, пойдемте дальше. Так... Ой, господи.
Мельник меня поймал. Это ж Мельник? Все, наверное. Ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседания. Сейчас будет собрание. Всем членам совета просьба собраться в зале заседания. Проводи парня в зал заседаний. Уютненько у тебя тут. Компьютер вон есть. Как тут у вас светленько, да? Распахнул хуяк. И шо? Часики крутятся, вертятся. Невероятно. Артём. Не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Пойдем в библиотеку, короче, как я понял. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Окей, договорились. Так и поступим. Все, погнали. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Все, меня выгоняют. И я опять иду один. Почему один? Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Идем дальше. Господи, одень противогаз. Ты что, дурак? А что сам-то не одел? А фильтров я, конечно же, купил. Ну, хоть калаш хорошо купил. Ой, а патронов так как мало. Так, завыл кто-то тут, я уже слышал сразу. Нам туда. Опять, блин, поверхность. Мне в метро поуютнее будет, чем здесь. Так, ладно, идем. Где тут что? Ничего нет. Ладно. Ага. Где он? О, готов. Глушаком тоже. Буду стрелять. Так. По-тихому буду их гасить. Может, дойду спокойно. Хотя, что-то мне подсказывает, что нет. Господи. Мне сюда или нет? Ага, так. И что, я тут пройду? Ну да, должен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я почему-то думаю, что здесь надо пробежаться. Так, и что это за люк? Блять! И что это произошло? Я угодил. Понятно. Меня убили, походу, да? Да, я попал в ловушку. Фу, как я испугался, трэш. Так, этот противогаз не одел. Ладно, понял. Туда лучше не ходить. Завыл. Завыл. Чего ж ты не перезаряжаешься никогда сам? Господи. Понятно. Все, сейчас мне будет хэппимейшн. Так. Куда мне идти-то, блин? Вот, мне сюда, наверное. А-а-а, блядь, да что ж такое? И что теперь? И как мне отсюда вылезти теперь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Все хорошо. Так.
Я живой. Угу. Погнали. Приготовил. Так, вот она, я так понимаю, это библиотека. Ну да, наверное, она. Так, идем. Что самое главное, блин, нет даже патронов нигде. Да, тут особо-то никто. Ну-ка. Не вой. Я так понимаю, он своих собратьев вызывает, если воет. Так, фонарик лучше включать не будем. Ну, спасибо. А патроны, как раз, которые мне нужны, тут их нет. Конечно же. Скорее бы уже, блин, не одному быть. А то я уже устал один ходить. Стрёмно. Успел забыть. Все. Ой, блядь, кто-то достал. Ну ты мудень, а. А-а-а, Тёма. Живи. Ёбнул мне неплохо. Ну сейчас я вам устрою. Сдохни. Да где ты? А, тут еще и демон. Подлый. Подлец какой, а. Летающий. Ничего, ничего. Сейчас я... Да ты можешь достать уже мой калаш? Ты что делаешь? И что это было? Называется экономим патроны. Эконом патронов от Тёмы. Пошел нафиг отсюда. Где ты? Кто это? Фу, вот, я уже не один. Мельник здесь. Это ж мельник? Ну да, мельник. О, десок. Наконец-то. Хорошо. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, не надо волноваться. А чего вы одного меня отпустили? Архивы, они где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Пойдем. Ну и что? За мной, ребята. Заходим. И что такое? Угу. Библиотека. Великая библиотека была поразительным местом. Я словно оказался в замке из книжек с картинками. И как в тех сказках, сокровища стерегли страшные чудовища. Ну, закрывай дверь. Пойдем книжки читать. Стой на трёме. Мы с Артёмом пойдем проверим зал. Так, у меня очень мало патронов. Как всегда, в принципе. О, грибок. Фу, блядь. Так. Так, 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 так. Ну, может, зайдем? Демоны! Где? Залетаю, залетаю. Иду, иду. Давай. О, пополз, пополз. Артём, если дверь наверху заперта, открой ее как-нибудь. Долго нам не продержаться. Окей, хорошо. Как так. Не угомоняться? Погнали, погнали, погнали. Да так. Дверь. О, десок. Сохран... Ну как же открыть-то, блин? Так, что делать, что делать? Так. Ага, вот эти штуки живые, я так понимаю, которые висят. Что делаем-то, чтобы дверь открыть? Он сейчас распечатает их. Ага, вон дырка, 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 дырка. Иду, 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 иду. Давай, круши. Да, блин, как ее открыть? Ты что, дверь сломать не можешь? Давай. Ломай. Блять, нихуя не ломается. Ну, пиздец. Помощник я, конечно, вообще... Да что такое, я не понимаю. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Ой, вот это шутеечка. Так, тут ничего нет. Надо фонарик подзарядить. Чуть-чуть,
и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Да уж, застрял просто в комнате. Работник вообще месяца. Столик какой. Светильники. Интерьер приятный. Однако в библиотеке. Да. Где? Что такое? Патроны тут? Ой, блядь! Ну, испугался. Иди отсюда. Вали его, вали! Улетел. Никто не обделался, а? Не, вроде все нормально. Противогазе ты об этом не узнаешь. Так. Ну что, мы идем уже за картами или что мы делаем? Возьму пока дробовик, пожалуй. Артём, проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Так. Где, вот здесь, что ли? Господи, что это? Так, ну-ка. О, тут уже ломается. Но. Господи, что за эту дверь хер сломаешь? О, вроде все. Так, что мы тут делаем? Братишка, я возьму у тебя патроны. Так, сюда, сюда. И вот сюда. Да, давай же ты. Оп. Ой. Опа. Так, и что теперь? Дверь, я так понимаю, надо. И как ее? Ну, это бесполезно. Угу. И что делать? Так, тут везде дробовики у всех. Все мертвые, блин. Так, а тут что? Ну и что? А, может, люстру надо? А, ну, походу, да, сейчас попробуем. Так, где калаш? Так. А, ну да, о. Хуякс. Хорошо. Путь свободен, братва. Залетай. Залетайте, давайте. О, опять загудел. Все поняли, что всем не, тебе не нравится, что мы сюда пришли. Так, он задыхается. Как там менять? Так, это часики. Если помню, вспомнить бы еще как. Я сейчас вот так сделаю. Оп. О, хорошо. Так, идем дальше. Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Скорее всего, да. Красивые тут люстры. Библиотекарь. Где он? Артём, слушай внимательно. Где библиотекарь-то? Одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. А что ж делать-то? Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Ну, хорошая перспектива. Сука, демон! Ублюдок, лети отсюда нахер! Уйди, где он? Да, блядь, сука, он Данилу спер. Где он? Данила жив? Он все еще жив. Артём, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот, схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в который убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Все, понял. Давай, я тогда пошел. Неси Данилу в полис. Фух, опять один. А я думал, я не буду один теперь. Ну, как всегда. Так, у тебя есть чего?
У меня патроны вообще закончились в шумовой винтовке. Ладно, погнали дальше. Так, надо, получается, карты. Карту найти. А что там вообще написано? Поглядим. Так, найти военный комплекс Дэш... Ага, библиотека, вот. Найти спуск в засекреченный... Я не вижу. Архив, да. Отыскать документы. Ну, понятно, касающиеся Д6. Все. Так, это в эту дверь. Сука! Что такое? Круто. Какой библиотекарь тут? Сейчас запиздит вот эта хуйня меня. Ай, это что такая злая? Вот тварь как бьет сильно. Что это, блядь? Какое-то так страшно звучит, это капец. Все двери тут отрифтую. Нахер. Так. Так, это получается... Эй, что произошло? Понятно. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Фух, ну пойдем. Тёма, дальше. Что за звуки? Я так понимаю, вот эта обезьяна, это и есть библиотекарь? Ну, здорово. И что ты хочешь? Что-то мне подсказывает, что я ему не нравлюсь. Я ничего не делаю, братан, не надо. Пиздец, он стрёмный. Жесть. Все, все, я понял. Твой дом, твои правила. Что такое? Я тебе ничего не сделал, блядь. Урод. Ай, мудак. Мудак, блядь. Я вообще ему ничего не делал. Умри, у меня на тебя хватит. Патронов на тебя хватит. Главное, чтобы аптечек хватило. Ты чучело, блядь. Обезьяна, горилла, макака. О, ты еще и кривой. Блядь. Сильно бьет. Ублюдок, весь противогаз мне расхерачит. Так, буду кругами бегать, а то так он меня заебет, заебашит. Так, где он? Я приготовлю тебя. О, сука. Ушел, блядь, от меня. Упырь, блядь, готов. И вот что я ему сделал, вопрос. Я все делал по инструкции мельника. Так, ладно, тут уже вот он одного приготовил. О, братан, спасибо за противогаз. Ой, ну получше будет. Так, ладно, погнали. Дальше. Ага. Так, зарядим. Противогаз, хотел сказать. Фу, ну я тут обосрался, конечно, жестко. Куда идти-то? Ага, куда и куда? А, опять дверь. Да, круши, ломай. А ее открыть можно было? Пардон, откройте дверь уже. Ага. Ну-н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 у. Все-все-все-все-все. Все-все, я тебя не трогаю, братишка. Давай хотя бы ты не веди себя так, как твой предшественник. Все, вот, да. Что ты делаешь? Ну понятно, блядь, мне, короче, какие-то багованные библиотекари попались. Где ты? Ага, он упрыгнул. Ага, тварь. Ой, я как выстрелил ему вплотную, сукчки, этой библиотекарской. О, бля. Ага. Хочешь спрятаться, урод. Не выйдет у тебя ничего. Ух ты, сука, рычит, блядь, меня не напугаешь. Иди сюда. Куда ты собрался? Ушлепок. Сейчас я перезаряжусь. Конец тебе. Ой, блядь, сука, если бы ты еще не застревал. Куда ты? Мне надо аптечку завязать. Причем предпоследнюю. Рычит, рычит, говнарь. Да заряжай ты, блядь, этот дробовик.
сука, какой же он неубиваемый, этот ублюдочный библиотекарша это. Где ты? А-а-а. Сука. Он сдриснул просто. Давай спускайся. Но он понял, что не потянет такого про, как я. Ага, уебал просто. Сейчас вылезет гнида. Я его не добил. Ну ладно, погнали дальше. Ага, слышу. Рычит тварь где-то. Ну, сука какая. Так, а куда тут мне? Тут везде эти дырки, блядь. Они проделали себе. О, я слышу этого урода. И вот откуда он выпрыгнет? Вот он тут вообще. Ага, сохраняха прошла, хорошо. Так, что это? Так, я правильно иду? Вроде да. Идем дальше. Ага, вот он. Ну, здорово. Здорово, здорово. Все, я тебя не трогаю. Упрыгивай. Упрыгивай в свою берлогу. Уходи. Сука, какое чудо-юдо, блядь, стрёмное. Это горилла. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Все, все, твой дом. Иди, иди, все. Мне просто нужна карта. Пожалуйста, дай я пройду за картой. Это сейчас все? Все. Уходят вроде. Так. Рычат, суки. Сколько ж тут этих уродов. Подожди-ка. Снимай и одевай. О, хорошо так. Пробиваюсь потихоньку. О, тут еще один сталкер, походу. Черный сталкер. Так. Что тут у нас? А, это туалет. Так, я тут никуда не попаду. Так, идем дальше. Бля, как мне страшно. Ля-ля. Ух ты, сука. За шо? Иди нахер. Я тебя не трогал, ты черт. Сука. Ублюдок какой. Блять, какая тварь. Ну все, эти гориллы меня заебали. Буду, короче, их гасить. Так, заряжаем фонарь. Идем дальше. Так, тут ничего нет. Ну они, короче, вообще... Блять, что это? А, побежал, побежал. О, крыса какая, а. Ну и рычать же там будет. Ага. Заманивает, меня заманивает. Так, мне правильно, мне что, да? Да, самое время ПНВ одеть. О, конечно. Да, мне туда. Капец, они тут уже народу положили, эти библиотекарши. Так. Ага. Вот мне сюда, я так понимаю, куда-то, да? Так, идем, блядь, куда ж мне? Смотри, мне тут жутко, жутко. Так, ну явно мне не сюда. Так, а куда? А куда же мне? Так, отсюда я пришел. Главное не свалиться тут, блядь. Ага. Здорово. А, я развернулся. Все, да? Это он меня будет ебашить? Все, все. Твой дом, твои правила, братан. Уходи. Как они меня достали, блядь, эти гориллы. Что, ты будешь меня пиздить, да? Все, я ухожу. Ухожу, ухожу. Что с ним происходит? Все, все. Никаких.
Никаких базаров. Все. Ой, вот сюда хочу заныкаться. Ух, сука какая. А, тварь. Убирайся, ты до меня не достанешь. Ну, крысы, они капец крысы вообще. Сука. Нет, я пройду тебя, блин. Я пройду, ты меня не достанешь. Фух. Бля, я не знаю, куда мне, не понимаю. Так, тут противогаз с него снять нельзя. Но... Не, зажги лампу хотя бы тут. Побезопаснее будет. Так. Сука. Не лучшее решение. Блядский урод. Где ты? Уродец. Сейчас я тебя устрою. На, бля. А я вот так буду тебя хитрить, обезьяна. Попрыгаем. Попрыгали, попрыгали. Опа. Блять, сейчас мне пизда тут будет, походу. Сука, фильтр свой поменяй. Конечно же, самое время. Блять, бычара. Так, а куда ж мне? Так я и не понял, и ошибся. Главное тут не провалиться, короче. Мне. Давай, 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 гнида, давай. Ну, парашник. Где ты? Так, куда ж мне идти-то? Что ж такое? Так, мне сюда? Ну, показано, что сюда, но я вообще не врубаюсь. Куда мне? О, теперь можно противогаз поменять, блин, и взять у него новый. И фильтр появился. Что за бред? Так. Блять, ты что, издеваешься? Он не пролезает обратно, ну это точно. Что за приколы, блять? Ну я положу тебя, все, ты меня достал, короче. Пьяная горилла, блять. Главное не уебаться вниз. Давай, давай, попрыгали, попрыгали. Давай, напрямую, сука. Давай, 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 давай. Давай, иди сюда. Блять, что за звуки? Когда ж ты сдохнешь, а? Ой, ты еще и косой. Не, против Темки не попрешь, да? Макака. Тупая. Блять. Запутаешься тут. В этой хуйне. Ага, ага. Все, разъебал эту макаку. Тупую. Так, куда ж мне уже наконец идти-то? Что это? Что тут? А, это кровь. Так, ну мне туда показано. Так я там был, только что. Так, ладно, спокойно. Все хорошо. Угу. Может, я что-то перепутал? Так. Ну да. Не знаю, так. Фу, как я устал уже от этого. Бля, вот дверь. Серьезно? И что? Это мне вот сюда надо было, Рил? И я ее просто не увидел. Бывает. Так, тут демон летает, я уже слышу. И что? Блять! Ах ты тварь какая! Но эти библиотекарши ебучие будут меня пугать, короче, всю серию мою веселую. О, тут демон решил за меня прячься. Давай, дай ему жару. А, теперь ты на меня? Так кто? Кого? Хуяк. На. Кто кого?
Блять, еще один. Да сколько вас здесь? Поехали. Приехали. Все, минус библиотекарь. И где я, блядь, теперь? И где я? Так, я в каком-то подвале, я так понимаю. Сохраняшка прошла? Ну да, прошла. Это что такое? Я не могу выйти. Блядь. Так, ну... Это что? Это чё? Какой-то супер библиотекарь. Так, ладно. Так, ладно, друзья. На этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. А с вами был Олег Блэк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Фу, супер библиотека.